Всем привет! Идем на регистрацию на соревнования воркаут. Дисциплина проходит в Витебске на Славянском базаре. Как всегда, собирается дождь, но мы держим путь туда. Прошли соревнования, заняли 8-е место в двоеборье, подтягивание с 24 килограммами и отжимание на брусьях с 32. У всех хорошая подготовка, люди приехали, самые лучшие спортсмены в этой дисциплине со всей республики. Результатом доволен, будем тренироваться дальше. Смотрите следующее видео.